Вы когда-нибудь ходили на рыбалку? Я с дядей ходила. Я с папой. Я даже сама ловила рыбу. А я чуть рыбу вообще не поймала. Ну, я бывала на рыбалке, я с папой ловила рыбу. Словил два примерно вот таких вот косарей. Зачем люди ходят на рыбалку? Рыбу там какую-нибудь там пожарить, сварить. Уху сделать на пропитание. На ужин, например. Пожарить ее на костре. Чтобы рыбу ловить, поесть. Еду, чтобы добыть. Какую рыбу можно у нас поймать? Карася. Карася можно. Карасей. А на что ловят рыбу? На мармеладных человеков. Ну да. Например, на хлеб. Да, чтобы поймать щуку, мой дедушка использует такие маленькие рыбки. Цепляют ее и поднимают. Там можно сеть ловить. Ножовка – это такая булочка мокрая, которая ставится на крючок и ловится рыба. Чем отличается зимняя рыбалка от летней? Есть специальная такая штука, которой можно лед продырявить. Там холодно, там рыбы редко ловятся, потому что все они спят. Там нужно лед там прокалывать, все там больше труда. Там нужно ледокол такой крутящий. Зимой надо немного подождать. А какая лучше? Я думаю, летняя. Да. Ну, лето, думаю. Ну, ничего не надо бурить. И рыб много. Потому что не надо лед разбивать. Что потом делать с пойманной рыбой? Либо отпустить, либо сварить уху. Можно ее заморозить на зиму. Можно оставить в аквариуме. Можно коту одну отдать. Класть ее в ведро или в банку.